«Не отрекаются, любя» – песня, которую можно услышать на каждом концерте Гелы Гуралия. У него своя особая манера исполнения, которая давно покорила зрителей. И все же для каждого города у артиста часто уникальная концертная программа. Собственные песни, мировые хиты, и всегда он поет их по-разному. Это направление музыкальное, конечно, очень сложное. Камерные концерты, потому что ты, твой голос и, конечно, пианист, и ты не прикроешься ни фонограммами, ни какими-то другими звуками, только голос, и если вдруг что-то не так пойдет, сразу же зрители почувствуют. Мы же так близко находимся на камерных концертах. Я был в Рязани в 2019 году, в этом зале пел. Сейчас, конечно, другая программа, но мне очень понравилось, потому что акустика здесь прекрасная, и удовольствие просто петь. А зрители очень теплые. Концерт Гела Гуралия собрал полный зал. Его выступления ждали с нетерпением, чтобы услышать уникальный тенор альтино, который еще в 2013 году стал открытием телепроекта «Голос». Многие приехали из других городов. Гела первый за всю историю «Голоса», кто провел сольный концерт с полным аншлагом в 6 тысяч зрителей в Кремле. «Гелактика» – так зовут его фан-движение. Услышали мы Гелу на «Голосе». Естественно, голос ни на кого не похожий, и манера исполнения очень искренняя была и глубокая, и песни отличались от многих. И, в общем, первый концерт, например, я ездила из Москвы в Тулу. Вот. А здесь, в Рязани, второй раз. Была где-то года два назад. Шикарный зал в филармонии, вот камерный, с какой-то потрясающей акустикой. Просто как будто создан для голоса. Шикарный Гелы, артист, да. С уникальным голосом. Любим его, ценим, уважаем, поддерживаем. Так будет всегда. Он необыкновенный. Необыкновенный вот во всем. И первое впечатление, когда в «Голосе», в программе я его увидела, просто сразу я поняла, что это что-то невероятное, и за этим надо смотреть, за этим надо следить. Подача, отношение к материалу, к профессии, отношение к зрителю, отношение вот к самому, что является сутью творчества, это всегда полет, это всегда гармония, это всегда поиск, это всегда что-то новое, совершенно непредсказуемое. У Гелы Гуралия оригинальный репертуар. В основном это песни, написанные для него грузинскими и русскими композиторами, среди которых Александр Журбин, Константин Легостаев. Три хита подарил ему всемирно известный Джад Фридман, автор нетленки Уитни Хьюстон «Run to You». А еще он любит исполнять каверы. Гела Гуралия поет на обнаженном нерве человеческой души. Так говорят его фанаты и добавляют: для нас он неповторимый.